Приветствую всех на канале Дермопен Украина. Хочу сделать мини-видеообзор новинки Дермопен 2022 года. Вышла вот осенью. Модель называется Ultima A10. Это модель с аккумулятором. Так, на коробочке вот указан значок аккумулятор. Европейская вилка. Здесь скретч-код для стирания и проверки на оригинальность. Ну, теперь показываю, что внутри. Стандартная коробка, пластиковый футляр. Значит, начну с дермопена. Вот такая вот моделька. Интересный дизайн. Сделана из алюминиевого сплава. Легкая, прочная. Все так же включение удержанием 2 секунды кнопки. Здесь у нас идет уже индикатор скорости в виде такой полоски. То есть вот два светодиода, вторая скорость, третья, четвертая, пятая. И так циклично с первого по пятую оно возвращается. В старых моделях у нас индикатор просто мигал интенсивнее в зависимости от скорости. Чем выше скорость, тем быстрее мигает. Значит, что скажу про этот аппарат? Ну, интересный дизайн. Основное отличие от предыдущих моделей — это шнур USB Type-C. Наконец-то они сделали нормальный шнур. То есть, если у вас есть мобильный телефон, который заряжается шнуром USB Type-C, то он подходит. Если поломался шнур, который идет с Дермопен, заряжаете своим шнуром. Все, эта проблема решена. Также здесь идет новый тип картриджей. Тут, не знаю, видно. Отличие от обычных картриджей со штыковым креплением, то, что здесь идет рифленая поверхность. Вот эта поверхность, она идет рифленая. То есть для более глубокого проникновения игл в кожу, а также для более удобного скольжения. Вот. Можно использовать такие картриджи, которые идут именно к модели A10. А можно использовать обычные картриджи со штыковым креплением. Вот они. Сейчас я вам продемонстрирую. То есть это у нас обычный картридж к модели M5, M7, MyM. Это к модели A6, это к модели A1. Это картридж с моноиглой для перманента или для проработки глубоких морщин. Кто как использует. Так, этот скрывать не буду. Он аналогичен этому, просто разного цвета. Просто показываю, что все эти картриджи подходят. Все, регулировка вылета иглы, как и во всех моделях Дермопен. Скорость я уже показал. Аппарат довольно тихий. Не сильно вибрирует. Так, с этим картриджем понятно. Картридж для Ultima A1. Все работает. Моноигла.
Так, какое же отличие, кроме того, что здесь USB Type-C? Значит, как утверждает производитель, тут какой-то новый тип мотора. Какой-то там они снова запатентовали. Более долговечный. Также здесь более мощный встроенный аккумулятор. Вот, в принципе, вот это все отличия. Я считаю, что это альтернатива устаревшей, но все еще популярной модели Ultima A1W, которая беспроводная. Вот такой вот симпатичный аппаратик. Все, больше добавить нечего. Приобретайте. Так, вот такая книжечка. Ой. Инструкция стандартная. Ну, в принципе, я вам все показал на видео, как включается, как регулируется, как вставляется картридж. Все, благодарю за просмотр. Всем хорошего настроения.